Представьтесь, пожалуйста. Алексей зовут меня, Алексей Фролов. Чем вы занимаетесь? О-хо-хо-хо, как я только что сказал этому парню, который вошел в эту дверь, ну, какой-то ерундой. Еще и продаете. Хотя на самом деле я уже 15 лет занимаюсь, работаю бизнес-тренером. Кстати, я, наверное, шапку сниму. А что вы сегодня здесь записывали? Мы сегодня работали над видеооформлением новых программ, которые посвящены продажам и управлению. На самом деле у нас есть 6 блоков, и мы так очень плотно, классно поработали. Сколько вы сегодня записали примерно роликов, которые пойдут в работу, и за какое время? Заняло это у нас... Не помнишь, сколько заняло? Почти 4,5 часа. За это время мы, наверное, записали больше 10 роликов. Я думаю, что как минимум 5 пойдут в работу. Получились очень качественные. Пожелайте тем, кто вот думает, что записать ролик, какой ролик, ну, как готовиться. Ух! Ну, готовиться, конечно же, надо. Как готовиться? Учить текст, приходить сюда, к Семену, стоять около доски, тренироваться. Пытаться. Потом снова учить текст. Понимать, что у тебя есть какой-то контент любопытный. Ну и все, и после этого получать удовольствие, потому что на самом деле здесь классно. Ладно. Спасибо. Удачи.